иди сюда. Только по одному. Необходим пропуск? Нету. О, ты, вы какого черта вылезли? Всем привет, друзья. Добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем играть в Чужие. У нас тут какая-то поломка с нашими андроидами. Они не хотят с нами ни разговаривать, не нападают на нас. Тут еще и манекен челлендж. Молчит. Ну да ладно, и взять у них нечего. О, вон там ходит кто-то. Так. Ну, оружие у меня есть, это хорошо. Так, так, так. Что-то здесь совсем темно. Так, ладно, разберемся. Что-то у вас... Кто у вас кучу-то собрал, ребята? До него доберемся потом, посмотрим, что здесь есть. Так, это ноу. Включить. Давай. Вот, умница. Так, что-то мы включили. Но безуспешно, по-моему. Или все-таки успешно? Непонятно пока. Ну ничего страшного. Так, еще раз не получится. И эта штучка не запускается. Ладно, пошли дальше. По ходу дела будет видно. Может, тут еще есть какие-то генераторы или что-то подобное. Так, им в голову кто-то стрелял. Что-то тут прям так. А вот еще. Так, давай. Умничка. О! Ты чё, братишка? Слишком высокий уровень энергии. Дверь раскурочена. Не подобраться. Ясно. Слишком высокая энергия. Так, видимо, поэтому тут перебои. Ну, сейчас разберемся. Что да как. Так, ну давай. Оф, ладно. Ничего здесь нету. Так, что-то было. Ну ладно, пошли тогда дальше. Блин, как быстро батарейка сидится на фонарике. Так, здесь кто-то ходил, куда он делся? Так, слишком темно. Тут включить. Давай. Биологическая угроза. Уровень омега. Глядя на большую карту, пройдемте. Ты чё, блин? Не так темно. Урод. Я тебе дам, блин, биологическая угроза. Так. Сама она, конечно, батарейки менять не будет. Падла ленивая. Так, ну все, этот включен. Идем дальше. Еще одна комната. Клей нельзя. Прятаться нам не нужно. Так, ну давай. Так, вот, блин. Вот это. Где ты? Вот. И вот, отлично. У нас все получается. Так, больше здесь ничего нет. Пойдем дальше так.
И все? Взять хлам. Топливо для огнемета. Это что? Прятаться? Прятаться нам не нужно. Хлам тоже не нужен. Че, больше ничего полезного нету? Это очень плохо. Посмотрим по карте. Так, ладно. Нет, прятаться не нужно нам. И здесь больше ничего нету. Так, не работает. Блин, будет очень плохо, если эти роботы все живут потом. Так. Отлично. Ну вот это хорошо, вот это мне нравится. Когда мы быстренько находим... Чё? И где мне его остановить? Ага. Мне нужен доступ к Аполло. Немедленно включите транзитную линию. Транзитная линия Аполло только для сотрудников компании Сиксон и андроидов. Ясно. Значит, придется говорить с Аполло напрямую. Биологическая угроза уровень Омега. Все разрешения отозваны. У так. меня нет на это времени. Ясно. Дела плохи. Фу, что за звуки? Он его убил или как? Я что-то не понял. Надо было посмотреть на эту шедевральную битву. Так. Какой-то склад, и здесь ничего нету. И это... Не... Опа. Так. Взять шокер? Так. Девушки, ничего нету. Планы встречи в шоу... Я думал, встречи в шоурме. Ничего. Никаких кодов нету. Значит, это нам бесполезно. Да. Очень надеюсь, что они не живут. Уродцы. Так. Дверь заперта. Как мне ее открыть? Через шахту там прохода не было. Выбраться из шоурума. Из шоурума можно выбраться у нас. Так. Отсюда я пришел и дальше. Дальше. Никаких дверей здесь я не вижу. Так, почитаем тогда. Может, что-то там найдем. Так, планы на вечер. Встречи в шоуруме. Расписание деловых встреч в шоуруме. Компания Sixon. Не то. Сюзанна, милая, сегодня придется на это все отменить. Мне сообщают, что о странном... Поведение андроидов. Иди в шоурум и запрись там. На моем компьютере есть кнопка блокировки. Еще с тех времен, когда эти андроиды чего-то стоили. Сейчас там
простейшей демонстрации модели. Так что ничего не бойся, просто запрись и жди, я все улажу, а потом мы, наконец, отпразднуем спокойную обстановку. Так, на компьютере есть кнопка, но никакой кнопки здесь нету. Девушка, где кнопка? Где кнопка, мать твою? Не работает. Блин. Так. Здесь кнопка блокировки. Но здесь нету никакой кнопки. Компьютер здесь только один. Так, это совсем не радует. Не, давай свои батареечки. Так, блин. Я что-то пропускаю явно. Так, где наш файер? Так, ничего здесь нету. И обратно пути никакого толкового нету. Блин. Продажам. Так, важные клиенты будут рано, ты со своими ребятами должен быть готов их встретить. Время уходить, это наш последний шанс хоть немного заработать на этом куске. Вы должны во всем угождать, выполнять все их просьбы и смеяться над всеми их тупыми шутками. Когда созреют, веди их в шоу-рум, только не торопи их, не болтай. Только не торопи их и не болтай слишком много. Если скажут, что в андроидах надо что-то поменять, совсем соглашайся. А это уж потом, пусть наши технологии голову ломают. Я надеюсь, ты задействуешь своих лучших людей. Блин, ну здесь нету никакой кнопки. И ничего здесь больше нету. Какого чёрта? Это нам не помогло. Так, может, кем-нибудь из них можно взаимодействовать как-то. С вот этим, к примеру. Но нет. Но не просто для демонстрации.
ничего с ними не сделаешь. Так, взять хлам. Хлам нам не нужен. Черт, блин. Вот и кнопка. Надеюсь, сейчас эти придурки не оживут. Без записи нельзя. Пошел ты. Глядя на большую картину, вам не назначено. Фух, закрылось. Какого? Какого черта? Что происходит, эй, ребята? Они, видимо, пытаются дверь сломать. Так. Быстрее, быстрее, быстрее. Так. Отведение газа. Теперь все, кто оттуда будет выходить, будет жестко гореть. Так, необходим пропуск. Они там за дверью шумят, блин, как будто консервную банку открывают. О! Коктейль Молотова улучшен. Блин, опять перестрешаться. Так, для дробовика у меня теперь много патронов, и это не может не радовать. И для пистолета тоже. Эми мина, так. Пропуск, по-моему, взял. И сохранимся. Давай, давай. Отлично. И продолжим. Коктейль Молотова. Сначала так. Для фонарей. Ну и все, больше здесь ничего нету. Нужно сохраниться и продолжать. Блин, там что-то есть. Так. Прочти это. Что значит ты задраил люк лифту? Нет твоей пушки и припасы, если андроид, который за тобой гнался, все еще здесь. Твою мать. Так, вроде он меня не видел, он таращился на твои старые журналы и обзорного окна. На заводе плазмы. Спускайся и открывай эту дверь сейчас же. Сопротивление. Я не знаю, сколько еще. Вот так, понятно. Вот, дверь новая. Так, отлично. У нас для нашего огнемета что там вот еще есть. Припасы небольшие. 157. Это неплохо. Все, пропуск у нас есть, теперь можно валить отсюда. Необходим пропуск, нету. Ух ты! Вы какого черта вылезли? Да, сейчас, подожди. Пойду с тобой. Так, стоп, ребятки. Коктейль Молотова. Ладно, иди сюда. Только по одному. Бежим, бежим, бежим. Пошел ты. Следующий. Иди сюда. Я тебе... Ух ты, блин! Откуда ты появился вообще, твою мать? Я хочу помочь. Не надо мне помогать, отпусти меня лучше, блин! Ай-яй-яй. Давай, подходим. Держи, тварь. Теперь...
ты! Ух ты! Ты чё? Матрицы пересмотрел, что ли, придурок? Фух. Может, у кого-то из них есть пропуск? Да, этот пуст. Этот пуст. И этот пуст. Так, дальше. Вот еще один. Пропуск, отлично. Валим отсюда по-быстрому. Это было жестко. Так. Ну. Зря потратил на них коктейль Молотова. Не успел больше ничего создать, поэтому кинул это. Так, создать нельзя. Ясно. Не нужно. Так, нам назад, а там что у нас есть? Ну, сначала проверим, что у нас здесь. Так. Чё, всё? Ладно. Больше здесь ничего нету. Давай. Отлично. Следовать за Сэмюэльсом. А Сэмюэльс у нас далековато. Падла такая. Здесь ничего. Что за дверь? Ага. Это та дверь, которая закрылась передо мной. Так, сначала осмотрюсь, а потом пойду. Уважайте других пассажиров. Не мусорите в вагонах. Заткнись. У вас тут так бардак, блин. Не работает. Ну, сохранимся и свалим отсюда. Отлично. Центр подготовки к ЕГЭ, наверное. Лифт спускается в центр подготовки андроидов. Подготовки андроидов. Это мы в Китай едем, что ли? Давай, 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 давай уже. Это. Вот это. Открывайся. Блин, к ним прижиматься нужно, чтобы они открылись. Что за... Все сломано. Класс. Что там? Ничего нового. Просто на этой станции, куда ни плюнь, все неисправно. Это точно. Так, и куда? Сюда? О, первый раз такое. Так, давай. Я уверен, она меня сдует, если я подойду ближе. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот здесь постою. Давай быстрее, блин. Как будто с той стороны кто-то дует. Больше нет, здесь, наверное, нету. Это что такое? Зачем мне сюда прыгать? А дальше... А, на... Чё-то не понял. А, там прохода нет дальше, ясно. Залази давай. Включайся уже, блин. Быстрей, 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 быстрей. Сейчас дует ведь. Давай прыгай. Что за прыжок, блин? Тебе нужно в клан ассасинов. Так. Сбой питания. Тут тоже сбой. Ясно.
Так, андроидов здесь нету. Послушаем. Спрединг из сервисного центра для андроидов. На станции имеет место случай нападения андроидов на людей. Сюда только что обратился андроид с травмой головы. И при этом он был весь в крови. Так. Человеческой. Я сообщил в службу безопасности. Отправился к Литашу в безопасное место и теперь иду к транзитной линии. Заставлю какого-нибудь андроида обратиться к Аполло. Может, чертов компьютер знает, что тут творится. Ясно. Так. Сохранится мне сейчас или нет? Давай сохранимся и пойдем дальше. Отлично. Использовать рычаг. Хорошо, что не плазменный резак, блин, ты уже достала. Так. Я тебя видел. Не думаю, что не видел. А, блин! Не твое собачье дело. Ты сдыхать не собираешься сегодня, падла? А, блин! Уйди, 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 уйди! Уйди от меня, урод! Ай-яй-яй! Перезаряжайся давай, шкура! Так... Ага! Получил! Да. И чё, ты мне ничего не дашь? Урод жадный. Ладно, пошли дальше. Фу. Чё? А, блин, ещё один. Откуда вы только берётесь? Так, на тебе. На, держи. Надеюсь, там больше никого не будет. Еще один. Да вы издеваетесь. Беги! Фух, у меня всего 3 патрона осталось. И это совсем не радует. Что за брызги крови, блин? Так, ладно. Камеру будем избегать. Так, этот спит. Будем на это надеяться. Так, отключим камеру. На всякий случай. Так, питание камеры. Выключить. Она нам не нужна совсем. Так, сначала проверим, что тут у нас есть, а потом пойдем в тот люк. Так, ладно. Так. Блин, давай уже. Так, там дальше еще один проход. Вот здесь я могу проползти, видимо. Ну все же. Питание камеры. Она нам не нужна. Еще один люк. Видимо, для того же самого. Так. Ты живой, да? Я вижу, ты дергаешься. Что с тобой? Ты вообще в порядке? Ну ладно. Надеюсь, он не встанет. Этот весь в своей жидкости.
Так что думаю, он мертв. Тот тоже дергается. Тот вообще без головы. Так, ладно. Что дальше? А тут щитка нету, чтобы камеру отключить. Ну и отлично, пошли. Тогда отсюда. Ну давай. Так. Вот это. Вот это. Это. И вот это. Блин, 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 где он? Какого черта? Какого черта? Блин, промахнулся что ли? Давай. Блин, не хотел тратить на него дробовик. Да ладно, у него ничего нету. Так. Камера не отключается, так что пошли дальше. А, вон там какой-то щиток. Блин, чё я сразу не отключил-то её? Зря патроны не потратил бы. Питание камеры. Вот и все. Так, дальше. А, вот он. Рипли, как хорошо, что вы живы. Есть загвоздка. Выйти на систему безопасности Аполло может только андроид Сиксон. Так, подай. Послушайте, чтобы связаться с Аполло, мне придется пойти на крайние меры. Подачу энергии, значит, сразу пойдем ее включим. Так, заряд для шокера взяли. Так, там есть какой-то проход, а эта дверь не работает. Так, хорошо, что хоть чуть... Я воспользуюсь камерой реформатирования. Другого пути нет. Я отключил кое-где питание, чтобы хватило мощности. Так, что ты там собрался делать, я? Ладно, пошли дальше. Открывайся. Ага. Такой большой круг, чтобы прийти к нему. Это слишком опасно. Да, я тоже думаю, что чересчур. Ну, какого? Сэмюэлс, не надо! Он меня здесь запер? Так. Внимание, идет соединение с Аполло. Аполло. Чужеродное существо устранено. На станции его больше нет. Людям ничто не угрожает. Требую отменить карантин. Неавторизованное соединение. Рипли, Аполло не принимает меня. Похоже, у нас проблемы. Сэмюэлс! Аполло не дает мне подключиться. Что нет, происходит? Вы должны отключить все системы вручную. Скорее! Господи, как отключить их? Стойте! Отключайте по порядку, иначе произойдет критическая ошибка. Минуту, я посмотрю схему. Сначала красный кабель. Красный кабель. Так, сначала красный. Так, блин. Фонарик не работает. Так, вот он. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, синий, вот синий. Какого черта не работает фонарик? Так, вот. Быстрее, быстрее, быстрее! Есть! Синий отсоединен. Что теперь? Не могу открыть схему. Аполло пытается мне помешать. Давай вот этот. Следующий, скорее! Что? Рипли, что происходит? Включилось аварийное освещение. Я теперь цвета не разберу. Следующий торчит
Ясно, я ошибся. Следующий датчик из розетки в стене, понятно. Блин! Ну что ж, придется снова. Так. Ну зато мы теперь все знаем. Так. Сейчас вот этих всех замочим. На всякий случай. Так. Бежать. Блин, ни разу не попал. Отлично. Так, там еще один остался. О, блин, че я туплю? Давай уже с дробовика замочим его. Все, давай иди сюда. Все, спи. Так, давай иди сюда. Я здесь, дружище. Все, дверь нам не мешает теперь. Вернее, камера. Так что пошли сразу. Так. Самое лучшее оружие против андроидов это однозначно дробовик. Ну или шокер. Так, чтобы они потанцевали. Как хорошо, что вы живы. Есть загвоздка. Выйти на систему безопасности Аполлон может только андроид Сиксон. Так, послушайте, сначала красный, потом синий, потом тот у стены. Я вас и уже зеленый. Реформатирование. Другого пути нет. Я отключил кое-где питание, чтобы хватило мощности. Это слишком опасно. Да, я тоже думаю, что через силу. Ну, поехали. Сэмюэл, так, не надо. Андроид мертв. Так, красный вон там. Давай уже, начинай. Так, это красный? Да, красный. Ну, поехали. Блин, чувствую себя Гагариным. Идет соединение с Аполлоном. Аполло, чужеродное существо устранено. На станции его больше нет. Людям ничто не угрожает. Требую отменить карантин. Так, давай. Рипли, Аполло не принимает меня. Похоже, у нас проблемы. Как в кэсочке, надо вот так. Аполло не дает мне подключиться. Давай. Нет, блин, сто лет в кэс не играл. Мы должны отключить все системы вручную. Скорее. Так, красный. Господи, я попробую. Стойте. Давай, красный, красный, красный. Отключайте по порядку, иначе произойдет критическая ошибка. Минуту, я посмотрю схему. Сначала красный кабель. Так, сначала красный. Давай. Отлично, успели. Следующий синий. Синий. Вы его видите? Давай. Давай быстрее. Не отсоединен. Что теперь? Не могу открыть схему. Это что за... Аполло пытается мне помешать. Следующий, скорее. Что? Давай вот этот. Рипли, что происходит? Тут включилось аварийное освещение. Я теперь цветаник нашла. Следующий торчит из розетки в стене. Рядом перевернутая катанка. Давай, давай. Есть, нашла. Ну все. Теперь последний реплик. Отключил, давай уже. Отключил же.
Какого черта? Все, я отключил. А, вот этот, блин. Давай, 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 давай. Все. Витал, я тебя спас. Понятно, он вырубился. Открывайся. Вы умираете. Вы говорите так, будто я живой. Спасибо вам за это. Сэмюэлс. Транзит Капола открыт. Доберетесь до ядра, сможете говорить с Аполло. Вы это для меня? Я хотел, чтобы вы нашли ответы на свои вопросы. Он теперь компьютером стал? Ладно. Куда теперь? Так, все. Рикардо, если слышишь, отвечай. Так, вот, открылся выход. Да-да, слышу, прости. Сэмюэльс погиб. Черт. Он открыл мне транзит Капола. Я иду туда и намерена заставить Аполло снять карантин. Так, что сказал? Ты сейчас что-то сказал? Сюда нельзя. Тебе тоже. Так. Где у нас транзит? Этот самый. Направо? А, в люк, что ли? Да. Чё он мигает-то? Топливо для огнемета. Отличненько. Блин, забыл сохраниться, ну ничего страшного. Так, взять хлам. Генератор. Этанол. Хлам. Что-то много хлама. Так, дальше. Так, я отсюда не понял. Меняй давай батарейки. Мне не сюда нужно было. Видимо, нет. Да, точно не сюда. Так, наверное, сюда. Да встань, блин. Чё мигает-то? Что за дискотека? Быстрее беги. Наткнулся на запись одного интервью. Ты должна это услышать. Бай. Включай. Значит, вы Марлоу? Да. Я Тейлор, представитель Вейланд Юдани. И, видимо, шишка покрупнее, чем та девица, которую маму ищет. Рипли, не трогайте. Она просто хочет успокоить сердце. Я же защищаю интересы компании. А я хочу выйти из гребаной камеры. Так, не понял. Договоримся? Может. Мы, надеюсь, в курсе, что наш разговор пишут. Ну да. Вон красный огонь. Мне нужны координаты планетоида, на котором вы нашли инопланетный корабль, и вся имеющаяся у вас информация о существе. Я готов дать тебе все это и вывести тебя со станции. Только выпусти меня. Ладно, пошли. Пожалуй, меня устроят ваши условия. В чем дело? Эйлор! Эйлор, открой камеру! Немедленно! Выпусти меня! Так, это тот заключенный. Я слышала. Но его же не было. В камере. Так, ну да, правильно. Спецтранзит Капола открыт. Пункт назначения ядро Апола. Вызывай. О, а ты чё здесь стоишь?
стой тогда. Мне, в принципе, не мешаешь. И патронов у меня не особо много, чтобы тратить на тебя. У нее руки дрожат. Так, быстрее давай. Надеюсь, он не услышит. Хотя, как это можно не услышать, блин? В наших девятиэтажках и то лифты потише. Отлично. Ядро Аполло. Вот мы и приехали. Центральный компьютер Аполло находится этажом ниже. Там расположены системы поддержки Аполло. Ядро искусственного интеллекта в самом центре. Блин, где наш чужой? Без него как-то неинтересно. Одни андроиды, да андроиды. Сумеешь до него достучаться. Так, ну вот мы и приехали. Приносим глубочайшие извинения за перебой в работе транзита. Так, что тут у нас есть? Посмотрим. Личное пусто. Ничего интересного. Это Спеттинг. Попытался выяснить у Аполло, от чего андроиды сходят с ума. Но там полная неразбериха. Система изменила основные задачи андроидов. Мы ведь отправили их на техосмотр перед сделкой. Так они просто встали и ушли. Везде разлит холодоагент. Произошла утечка газа. Главный лифт отключен. Я отправил запрос в поддержку, но я 45-й в очереди. На станции все сейчас подчинено какому-то противодействию угрозе. Мы заботимся о вашей безопасности. Просим вас немедленно сообщать о неполадках в работе транзита. Так. То ли у них все одинаково, то ли я здесь уже был. Так, нам туда. Оружие не допускается. Че? Вы что, серьезно? Положите оружие на лед. Благодарим вас за понимание. А, ну да. Ага. Ну, ладно. Открывай уже. Стоп, а я смогу забрать? Лифт к ядру Аполло не работает. Основные... Лифт не работает, оружие брать нельзя. Рикардо, путь закрыт. Там должна быть схема. От рекламных туров осталось. Посмотрите. Необходим код. Смотреть схему отдела продаж. Так, а где мне код взять-то? Нашла кабель, 49-30. Вон там написано. Это мне поможет. А ты пролезешь? Отключаем электричество. Вдох-выдох и полезла. Спокойно. Если застрянешь, я тебя вытаскивать не буду. Ну, кто бы сомневался в тебе. Так, 49-30. Вот и прекрасно. Мы дошли. Кабель под напряжением. Ты с ним прямо так обниматься будешь? Можно сохраниться и продолжить уже в следующей серии, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также я создал группу ВКонтакте. Буду рад, если вы и туда добавитесь. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.